Потому что ты, блядь, чмошница! Я тебя оскорблять буду до сих пор, блядь! Мужчина напился, поведется неадекватно, схватил ребенка чужого и пытался завести к маме. И сейчас спорит, блядь. Вот видите? Он думает, что это если его зона комфорта, то он имеет право, да, позволительное ему такое отношение и поведение. Это касса, Мари! Он так не бегает! На улице ребенок бегает, и что? Что он себе позволяет? Это ты, что себе позволил блядь чужого ребенка трогать? Дать ей понять, что она не воспитала его нормальным образом. Эй, уляк, эй! Мы все здесь местные, уляк, эй! Дядька, устали все уже на нервах. Ну, давай такие. Все на нервах. Все на нервах. А почему вот так вот себе дама позволяет себе на нервах, а? Не надо кричать. Не надо кричать? Почему дама себе позволяет такое? Сиди ровно и не дыши. Ты поняла, ты, коза? Гребаная. Возьми два весла и греби против ветра. Понятно тебе? Тварь, блядь. Ебанутая, сука. Если я тебе... Закройте планетрать. Конченый тварь. Свои, блядь. Вопрос, а как ты себе? Оляка, бутылка, послушаю ваше мнение. Я бы тебе сказала мое мнение. Об этой обстановке. Что ты хочешь? Воспитывай сама в себе. Ёбана шея, сука. Ух, блин. Пацана, ты слушаешь? Здравствуйте. Да, мы вызывали вот молодой человек. Распитие в общественном месте, мат, оскорбление. Давайте я вам продемонстрирую. А вот он закурил сигарету. Обратите внимание. У меня есть видео, где я могу продемонстрировать вам. Он ребенка здесь хватал, и, хотя это не его ребенок абсолютно. Да, он пытался отвести к матери, но ребенок, естественно, сопротивлялся. Он кричал прилюдно мат. Я к тому, что вы будете заявление какое-нибудь? Забирайте водичку, забирайте все.